Ну, это надо знать, конечно. А сами знаете, как спасаться? Да, уже поздно спасаться. Мнение ваше какое по такому поводу? Ерунда все это, мне кажется. Ну, в связи с этой ситуацией сегодняшней нашей, ну, актуальной, думаю, актуальной будет. Ну, хорошо. От атомной бомбы не убежишь, поэтому я считаю, просто взрослые должны контролировать происходящее. То есть, если началась тревога об авиаударе, это эвакуация детей. Дети-то ничего не сделают. Ничего не думаю. Бред, но надо всему учить детей. А вот вы сами знаете, как спасаться? Нет. Не верьте вы ничего, а там бомба, никто не спасет. У нас в школе было ОБЖ, нас изстрелять учили, из автомата разбирать. Хорошая эта идея. В наших школах сейчас учат всему, почему бы и нет. Да, там до войны, наверное, не доживем мы при нынешнем президенте. Надеюсь на это. А считаете, можно спастись вообще от взрыва ядерной бомбы? Думаю, что нет. Тогда зачем учиться? Ну, я даже не знаю. Надеяться на что-то, а вдруг? Если защищаться, то надо. В принципе, надо знать, как защищаться. А уж как будет получаться на самом деле, я пока не могу сказать.